К вопросу об импортозамещении. Новый завод по производству косметики открылся в подмосковном Протвино. На днях сообщил сервис «сделанонас.ру». Инвестиции в проект составили 400 миллионов рублей. Внутри комплекса располагаются линии по приготовлению, розливу и упаковке, склад для хранения сырья и готовой продукции. На заводе смогут работать 52 человека. «Аравия Профессионал» – это российский бренд косметики. Главный офис компании находится в Москве. На текущий момент у производителя более 130 дистрибьюторов в 6 странах мира. Компания выпускает продукцию по направлениям спа-шугаринг, уход до и после депиляции, уход за лицом и телом, коррекция фигуры, спа-маникюр и педикюр, парафинотерапия. Доля компании на рынке сахарной депиляции составляет более 30%.